contigo el abismo. Spoil my. Сегодня 30 мая, выпускной, дети приехали отмечать здесь. За пультом Женька сидит. Кажется, 3 дня еще выходные. 31, 1, 2, 2 числа только нужно приехать, пятница. Так что рановато я приехал. Мы сегодня в Минск. Скоро обратно. Еп. Я в Минске. Такие дела. У нас заезд детей. Первая смена. Понедельник. 11:20. Большая часть первого автобуса в 10 уже приехала. Вот было здесь человек, наверное, 500. Выстроили все по белой линии, ко мне подходит воспитатель второго отряда. Скоро приедет второй состав и будет то же самое. Так и работаем. У нас сегодня первая дискотека. Сначала, зато погода хорошая. Привет. Уважаемый Михаил Александрович, отряды оздоровительного лагеря «Горизонт» на торжественной линейке. Посвященный открытию первой оздоровительной смены, построены и готовы. Рапорт сдавал командир первого отряда Лапич Алина. Построить. Не хотите, как хотите, Савченко Олег. Нет. Значит, еще раз. Первый отряд. А есть Олег. Подожди, похлопаем Олегу. Спасибо. Иди. Первый отряд. Есть? Первый отряд. Не слышу. Первый отряд. Третий отряд. Четвертый. Пятый. Шестой. Пять желаний, которые вам нравятся. Понятно? Да. Подойдите, пожалуйста, по одному представителю от отряда. Я.